него 30 километров. Сейчас будет тещий язык, да? Вот сейчас знаменитый тещий язык. Такой же кривой и опасный. Вот водитель усмехнулся в поддержку. Тоже что кривой и опасный. Изворотливый и хитрый. Батюшки сделали остановку себе. Самый важный участок тещего языка до Кишинева 28 километров. Красиво. На левую сторону открывается панорама такая красивая. Скользкое покрытие, да? Мороза нету. Тещий язык во всей красе, трасса. Тут когда снег, наверное, опасно, да, когда снег. Гололед тут очень опасно. Вверх, вниз. Что? Сейчас чистили. Почистили. Он, и дорога хорошая, не как раньше. И почищена. Вот тут очень извилистые повороты. Красивая природа. Серпантин. Так что вот, дорогие друзья, мы побывали с вами на тещем языке. Был в Болграде, не успел много поснимать, погода не располагала, дождь, ничего, зато я пробил трассу, уже можно будет ехать, там у меня родители, сестра. О, это мы уже выехали. А буцены были или будут буцены? Были буцены, мы там были когда-то в колхозе в буценах, когда учился в институте. Ага. Вот там проехали мы буцены. Все, путь на Кишинев, да, сейчас? Вот, Саша, водитель, мы познакомились, он говорит. Сейчас держим путь на Кишинев. 28,5 километров осталось. Что, поснимать вам трассу, друзья?
старый Lexus нас обогнал. Это Toyota крузак Lexus. Сидел я сзади, не понравилось, очень мало места. Если сравнивать, конечно, с Range Rover, то в Range Rover намного больше места. Красиво. Кому раньше доводилось ездить по трассе на автобусе Кишинев-Измаил, вот знает это направление: Кишинев-Камрад, Кишинев-Чедерлунга, Чемишлия. По этой дороге сейчас покрытие поменяли, хорошее такое, сейчас как модно говорить, европейское. Просто хорошая дорога, мне не нравится слово европейское, хорошее качество. Проехал. Красивые молдавские поля, холмы, пейзажи, домики видны там. Включимся пока ненадолго, потому что прямки скучновато. Что-то собирает.